Всем привет! Вы на канале Лепка онлайн. Продолжаю серию по лепке мебели и в этом видео буду лепить стул. На видео «Как слепить диван» можно будет перейти по ссылочке, которая будет в конце этого видео. Сделаю передние ножки. В ножках будет каркас, в задних и в передних, и в спинке все будет на каркасе, на проволочном, иначе ножки будут деформироваться. Сделаю спинку с задними ножками, вернее даже не спинку, а каркас спинки, тот, который имитирует деревянную часть. Раскатаю колбаску, прижму ее и вылеплю на каркасе проволоки. Соединю все части. На основание, на котором будет сидушка, приклеиваю ножки передние и спинку. Теперь сделаю мягкие части на сидушке и на спинке. Все, стульчик готов. Можно его оставить в таком виде, но я еще добавила немного элементов на спинку, под сидушку, тесьму вокруг мягких частей, но это не обязательно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующую лепку мебели.